Рембрандт часто изображает своих близких, особенно мать. В этих портретах заметны качества, сходные с ранними автопортретами, однако без их мимической грубости. Сделанная еще в отцовском доме гравюра старухи-матери 1628 года – лучшее из ее изображений у Рембрандта. Это такой же крохотный афорт, как и автопортреты художника. Рембрандт поворачивает голову немного влево, так что левое ухо становится невидимым, так же, как левая сторона носа. От зрителя справа. На другой гравюре, выполненной 3 года спустя, мать Рембрандта изображена в том же 3/4 повороте, сидящей в кресле перед круглым столом, в нижнем правом углу, созерцательно вложив руки одна в другую. Ее природная доброта и преисполненное понимание ум светятся из задумчивых, широко открытых глаз. Но Рембрандт еще и костюмирует ее, обвив вокруг головы шаль, подобно тюрбану, с далеко свешивающимися концами. И вот Нетген Вильямсдоктер сидит боком к нам, выпрямившись как королева. Руки мясистые, тяжелые, неприятные. Но как они держатся, и как старая женщина восседает в этом домашнем кресле, как будто она родилась в этой княжеской позе. Это повелительница в крохотном семейном кругу. Везде, где бы мы ни встречали мать Рембрандта, она является фигурой из Ветхого Завета, патриархиней. Можно предположить, что это она замышляла вместе с юношей все его будущие великие свершения, и что уже в ней как-то были заложены гениальные стороны рембрандтовской натуры. Так, несмотря на ограниченность и скупость своих средств, графическое произведение, и в частности афорт, может передать сложное жизненное содержание. Рисунок, составляющий основу графического искусства, вездесущ. Вместе с тем, его условность, отсутствие цвета, замена сложнейших светоцветовых свойств действительности линейными формами позволяет сконцентрировать внимание зрителя на одной какой-либо мысли или стороне явления. Важная особенность графики – ее способность чутко выражать душевные отношения художника к изображаемой модели, его сокровенные мысли. Штриховая линия может передать самые разные оттенки человеческих эмоций – гнев, боль, радость, нежность и так далее. Так и в портретах матери линии тонкие, как паутина, и толстые, свободно положенные и скрещивающиеся, длинные и плавные, короткие и прерывистые, пересекающие параллельные, самостоятельные, образующие причудливые тональные пятна не только создают облик старой женщины, ее дряблую кожу, нависшие над глазами складки, тонкие губы, но и делают изображение мягким и лиричным. Это передает отношение Рембрандта к своей матери. Мы ощущаем и его любовь к ней, и грусть.